На конкурс «Дети читают стихи» Алексеева Яна, 8 лет. Руденко Мария Викторовна, зима. Во дворе метет поземка, за окном трещит мороз. Лед прозрачный, чисто, звонкий, спрятал речку, мерзнет нос. Всюду снежные поляны, сколько снега намело. И темнеет рано-рано, и вокруг белым-бело. Ну а дома пахнет елкой, вкусный хвой и смолой. Ни колючие иголки не пугают нас с тобой, потому что в дверь стучит чудо-праздник Новый год. Он летит, бежит, он мчится, знаешь, что он принесет? Песни, танцы и подарки, волшебство, улыбки, смех. Новый год вести.